Всем привет, друзья! Недавно зайдя в игру на Nissan, я обнаружил, что все мои противники почему-то имеют примерно по 150 лошадей на тонну. Естественно, мне же так неинтересно катать, и я начал страдать, заниматься автотроллингом. Это короткое видео, поэтому я сделал нарезочку, которая не должна вас сильно утомить. Итак, смотрим. Ну и на этом все. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк. До встречи в следующем видео.